sorry. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова, как всегда, я, Жабка, вы на моем канале, и сегодня мы будем пытаться выбить 10 тысяч алмазов. Погнали! Итак, друзья, я уже на своем аккаунте, давненько я вообще ничего не выбивал, ни вам, ни себе, вообще никому. Блин, надо восстанавливаться с выбиванием, нужно выбивать вам вещей, потому что осталось, по-моему, сейчас, дайте в джекпот зайду, мне даже интересно. Сайонара бой, сколько ему осталось? Дня 2, надеюсь? Почему я не могу зайти? А, все, 3 дня, нормально. Ребят, если что, у меня в Инстаграме идет конкурс на какую-нибудь лучшую прикольную работу, поэтому в Инстаграме, это, если что, вы можете поучаствовать, там, нарисовать, слепить, сделать песню, все что угодно. Короче, смотрю инсту, обязательно делайте, но уже там, по идее, 2 ребят на выигрыш есть. Ладно, погнали! Погнали! Так, первое это оружейный джекпот, давайте сразу же его прокрутим, быстренько, вот так вот. Пау, вот так вот. Пау. Не, вот так вот. Пау! Не выпадает. Еще раз пау. Пау! Пау! Все, я выбил. Все. На этом. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Да ты заеб... Ладно, погнали дальше, забираем. Я это, естественно, шуточка. Все, я забрал все это говнецо. О, кстати, вот, блин, по виду это говно. Ну, реально выглядит как говно. Змею, наверное, по кайфу будет, то, что там змея эффект. Но вот СВД-ха, это прикольно, дальность бронебойная. Давайте ее оденем сразу же. С ней я не хочу бегать, я передумал, ребят. Я передумал. Окей, теперь погнали, вы алмазный прокрут. Вот это классная тема. Так, о, 60 попыток, есть эмоция за 60 попыток, ну и тут главные призы, можно посмотреть? Главные призы это у нас крылья, теперь вторые крылья белые появились у нас, ну и все, в принципе. Ну, давайте крутить 5-10 попыточек, мы просто вот так вот будем крутить, так, бам, раз, и чё? И чё? Подождите, мне просто интересно, выпадет ли что-нибудь тут? По моим ощущениям, по вот этим картиночкам, я вижу говнецо. О, тут можно выбить эту бабу с крыльями. Хуя. Ладно, крутим еще. Как же круто! Классное событие, Гарена. Супер, здорово. 1 купон? 2 купона? О! Мне крылья выпали. Эмоции придумали там, а в итоге вы поняли. И чё, мы крылья выбили, все? Потому что черные, по идее, у меня есть. Сейчас еще прокрутим. Ну, в принципе, все походу. Мне просто интересно, не выпали? Вот они еще раз выпали. Стоп. А, мы 10 тысяч алмазов вообще-то крутим. 99 алмазов. Ну, а. Мне просто интересно... Вот, давайте, короче, докрутим. Ну, а. 99 алмазов опять. То есть, по факту, я... 99 алмазов опять. Неплохо. Нет, то, что они алмазы обратно возвращают, это 99, это, конечно, неплохо. Но мне интересно, мы 10 тысяч выпадет у меня, вот реально. И прикиньте, если 10 тысяч упадает, это ж просто, ну, это типа... Черные крылья я выбил, все. Вот давайте, короче, докрутим так. Смотрите. У меня сейчас 140 тысяч алмазов. Чувак, да, мне купила мама, но не понтоваться, а играть. Мы докрутим до 135 тысяч, если я не устану. Мне просто интересно, выпадают ли тут вообще 99 алмазов? Вот это неплохо. Это же сколько я уже попыток потратил? Еще 99 алмазов. Вообще отлично. Еще 99 алмазов. То есть, по факту, я в плюс выхожу. То есть, я выбиваю лутбоксы,
90 алмазов, 99 алмазов, плюс 9 алмазов еще сверху дают. Балдеж. Но этот балдеж что-то редкий. Он не по постоянке. 10 тысяч алмазов выпадет, нет? Походу нет. 99 алмазов. Не, ну 99 алмазов, оно падает. Но вот мне кажется, шанс выбить 10 тысяч алмазов, точнее 9999. Это прям, ну вообще, просто, ну, одна попытка, давайте. Еще одна попытка, давай. Давай еще попытку. Не, так не работает, ребят, так не работает. Опять крылья. Ну, то, что мы крылья выбили, это, конечно, хорошо, это вообще здорово, но... Не-не-не. Ребят, даже не пытайтесь выбить 10 тысяч алмазов, то есть забрали крылья, и все, окей. Больше ничего не нужно делать. Понятно. Понятно. Забейте. Это так не нужно делать. Да. Ребят, короче, давайте так договоримся. У меня сейчас 138 тысяч алмазов. А если на этом ролике, мы на прошлом ролике не собрали, но если вдруг на этом ролике собирается... Если вдруг я сейчас выбиваю P90. Если вдруг я убиваю сейчас P90. Если вдруг я сейчас скандал такой учиню. Не, я походу не учиню скандал. Все, выбили, отлично, все здорово, супер. Теперь у меня ничего нет такого, что чего у меня нет, ну вы поняли. Так, смотрите, что прикол. А может они еще что-то добавили? Короче, если на этом ролике вдруг собирается 30 тысяч лайков, я подарю трем рандомным ребятам, кто напишет свой айтишник в комментарии, кто напишет, с чего он хочет, за 1000 алмазов. Да, за 1000 алмазов. Вот, что-нибудь из коллекции, не знаю. 1000 алмазов, только один подарок. Айтишник свой обязательно оставляйте и напишите что-нибудь крутое по моему каналу. Типа, жаба хорош, там вообще давай. Только типично, типа, жаба хорош, а давайте что-нибудь крутое напишите. Но, если мы насобираем только 30 тысяч лайков на этом ролике. Дерзайте, в принципе, все. Давайте еще покрутим алмазный прокрут. Если вот 1000 сейчас докрутим, вот так вот. Я хочу пропустить анимацию. Вот 1000 докрутим. Я даже смотреть не буду, сколько. Я просто смотрю на цифру, как она уменьшается и все. Не. Не, ну все. Блин, мне просто жалко тратить алмазы. Типа на вот такое дерьмо. С которого по факту ничего не падает. Не, все. Все, хорош. Ребят, все, дерзайте, в принципе, я все рассказал, все показал, я красавчик, я молодец. Вот, давайте посмотрим крылышки по фасту, крылышки, где крылышки наши? Крылья где? Я в глаза долблюсь. А, они не легендарные. Окей, все. Всем спасибо за просмотр, ребят, всем удачи, всем пока, 30 тысяч лайков набираем, с вами был я, Жабка, всем удачи, всем пока, ребят.